Игруля-малышуля. Привет, малышуля. Сегодня в автосервис к механику Максу пригнали старенький пикап. Ой, а он такой грязный и плохо едет. Сейчас его помоют, а Макс решит потом, что делать дальше. Сначала берем мочалку. И намыливаем нашу машинку. И наша машинка совсем спряталась в пене. Теперь берем шланг и моем пикап. Нужно нашу мокрую машинку вытереть. Смотри, малыш, у нашего пикапа много трещин и вмятин. От них нужно избавиться. В этом нам поможет Макс. Берем сварочный аппарат. А что он делает? Он сейчас заварит трещины. Ой, как хорошо получается! А теперь берем молоток и выравниваем кузов от вмятин. Ой, смотри, у нашей машинки спущенное колесо. Умница какой ты внимательный. Сейчас Макс его накачает. А еще пикап нужно заправить. А заправляют его бензином? Да, малышуля. Наливаем полный бак. А еще в пикапчике надо поменять масло. Все готово. Теперь Макс займется тюнингом. У нашей машинки плохая резина, и ее нужно заменить. Еще что будет делать Макс? Установим бампер. Заменим лампочки в фарах, чтобы свет был ярче. Также установим дополнительные фары на крышу. А это что такое? Это
неоновая подсветка. Один из элементов нашего тюнинга. Как красиво! Я хочу, чтобы пикап был другого цвета. Тогда Макс покрасит его. Мне очень нравится красный цвет. А еще затонируем стекла. Давай нашей машинке приклеим наклейки, чтобы она была еще красивее. Ух ты! Супер! Мне очень нравится! И под конец отполируем кузов машинки. Спасибо, Макс, за работу! Как же блестит наш пикапчик! Ты настоящий механик!